Им не помеха даже коронавирус. Еще зимой в Сабурятии отмечали триумф наших борцов на чемпионате Европы. Уже через месяц наши спортсмены намерены как минимум повторить результат на всероссийских соревнованиях. На сегодняшний день подготовка идет два этапа. Первый этап прошел в Инхулуке. 24 участника будет участвовать на 9-11 октября на чемпионате России в Владикавказе от сборной команды Республики Бурятия. А пока спортсмены готовятся, судьбу их тренеров решают Федерация борьбы и Министерство спорта. Я бы поддержал наших коллег. Результаты за это время есть. Процесс идет. Понятно, есть где-то шероховатости, но я бы продлил контракт и с главным, и со старшим тренером. Я предлагаю продлить. За это надо голосовать исполкома члены. Кто за, старший член, кто против, воздержавшись. Нет, принято единогласно. Протоколе отразите вот так. Отдельно на совещании вынесли вопрос поддержки нашей сборной. Главный партнер федерации – это Забайкальское горнорудное предприятие. По поручению генерального директора Воронкова Александра Сергеевича, акционерное общество приняло судьбоносное решение для наших спортсменов. Ваши результаты совместной работы мы видим. Мы очень сильно чувствуем общественную признательность спортивного сообщества Республики Бурятия. Нашим руководством было принято по просьбе Минспорта принципиальное решение все-таки поддержать тренировочный процесс на самом высоком уровне, чтобы наши ребята подготовились, ну и учитывая все факторы, показали достойный результат. Антон Симонов, Данила Жарко, телекомпания АТВ.